Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых с поличным при погрузке бревен. Они проводили незаконную вырубку на особо охраняемой природной территории вблизи автодороги М1 Москва-Минск. Нарушителями оказались местные жители в возрасте 45 и 32 лет. У них были изъяты бензопила и техника для транспортировки бревен. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что всего они спилили свыше 100 деревьев породы береза. Оперативники выяснили, что задержанные не имели разрешительных документов на заготовку древесины. Своими противоправными действиями подозреваемые причинили государству ущерб на сумму около 1 миллиона рублей. Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». За совершенное правонарушение преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.